Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды, аж две штуки, прикинь. Лига мастеров, 3 звезды и 2 звезды. Значит, меня все-таки скинули. Сейчас проверим. Сейчас мы это все дело проверим. Точно, Лига мастеров, 56 ранг. Ах вы, жуки позорные. Так, тут у нас, кстати, еще откаты разыгрываются. И, конечно же, сегодня, ребята, открывается испытание Усаги против проворства. Желаю, естественно, вам всем как можно быстрее, у кого нету усаги, набить его. А я, пожалуй, начну сегодня с проворства. Да, я хочу, кстати. Слушай, я давно не видел таких значков. Ну-ка, а кто у нас будет присутствовать в поединках? Раз, два, три, четыре, пять. О, друзья мои, дело дрянь. Ты думаешь, я смогу пройти этим отрядом? Я, конечно, попробую разочек, но... Но мне кажется, это мне не поможет вообще никак. 70 уровень у всех вражеских противников, а у меня... Да, сотка до 80-ка, это максималка, что мы можем себе позволить. Ладно. Давай посмотрим, покричим, поорем. Бросай пироженку. Какой гриб. На тебе. Ну, понятное дело, что... Не знаю, рискованно, конечно, ребят, здесь мы пошли. Ну, а вдруг повезет? А вдруг пройдем без потери? Хотя бы первую волну. Это уже будет плюсик. Вот эти вот чудики, это у нас бросаются гранатами, насколько я помню. Насколько я помню, именно они бросаются гранатами. Ну, Майки, сможешь его пробить? Своим суперударом. Молодец. Так, ну а ты? Давай со своей козырной вертушки. Красавчик. Давай с разбега. По башке ему своим посохом. Бо. Бумс. Ну, половину здоровья отнял, и то хорошо. Добьем? Изи. А у него броня. А у него броня была, ребята. Нам повезло. Нам повезло. Так, ну-ка. Эть. Да что ж ты будешь делать? Не, нормально, ребят, нормально. Оу, босс Ирма. Давай-давай, Ирмочка. Кстати, давно я с ней не встречался, если честно. Давненько с этой Ирмой. Тыш. Так. Бросаем уголок экрана. Да. Серьезно. Упс. Кстати, ты в курсе, что она сейчас добьет? Она мне добьет Майки. Смотри. Я даже не сомневался в этом подлом противном ударе. Да, Ирма. Ну какая ты Ирма? Это робот. Робот-лазучик. Под прикрытием Ирмы. На 3 звезды, конечно, не получилось фармить. Я, ребят, не смогу. Единственное, что я могу, это снаряжение проворства забрать. Ну а здесь, если глянуть... Нет, 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 нет. Это бесполезно. Туда бесполезно идти. Я с 70-х-то еле разобрал. Ладно, я тогда буду фармить свои жетоны, ребят. Уж извините, но... Другого варианта нет. У саги проходить испытания я не буду. Я не вижу смысла, потому что все там есть. У меня все есть. У саги у меня прокачаны, поэтому... Зачем мне там париться, да? Когда я здесь спокойненько попробую сейчас... Пофармить. Блин, ну давайте мне жетоны. Это, господи, что вы мне осколки эти даете? Они мне... Вот, 30 жетонов. Еще 30. Комментарик пригодится. Вот. Так, сколько? Все, все, ребята, больше не могу. Ну что, остается у меня только лишь... Ага. Кирби. Кирби мы с тобой выловили. Серия испытаний. Погнали. Кстати, мы там уже с тобой на второй круг заходим. Ну, я думаю, ты и так заметил, да? Там получается еще два поединка. И на втором круге будем. Ну что, Змейка Вьюн, на тебе. Крэнк, звезда нехорошечная.
Замечательно. Замечательно. Так, здесь вас много, я смотрю. Лео, сможешь добить их всех? Не смог. Тогда это сделает Макман. Да, своим супер-торнадо. Все. Стояли ребятушки и больше не стоят. Опять же забираем награду. Так, и теперь нужно нам сыграть в поединках. В легких, в сложных. Ищем, ищем кужеголового. Вот он. И смотрим, что нам нужно. 4 приманки маузеров. Одну нашли. Вторую. Ну вот, сейчас начнется. Так, третья и последнюю. Четвертая. Так, дальше нам нужно 6 комиксов. Вот эти комиксы именно, чувак, когда они нам нужны, они не выпадают. Когда они нам нафиг не нужны, они просто тоннами лезут. Я тебе серьезно говорю. Вот такой вот парадокс. Так, вроде бы я задания выполнил все. Там остается поднять уровень персонажа. У меня хватит для того, чтобы поднять кожеголовому левел ап. Сколько он там потребует? Хватает. Ну что, теперь самое главное, естественно, друзья мои, арена. Сегодня должны мы добраться, постараться добраться до топового места, то есть до Лиги Мастеров 3 звезды, и при этом еще занять первую позицию. 72 уровень у противников, я смотрю, возьмем Кренга, и возьму я, например, Бакстера. Пускай будет Бакстер, Кренг и Бакстер. Раз, два, три. Они, кстати, в ответе перед моими слабыми персонажами. Да-да-да. Вот попробуй только сфейлиться. Сразу по шеям надаю. Крэнк, давай. Не подведи, родной. Замечательно. Так, и... Фу. Ты серьезно? Фух. Я забыл, что, ребята, у маузеров очень большая инициатива. Это хорошо, что они начали Крэнга бить. А будь у них удар, например, на Биоп, ты можешь представить, сколько бы... Он бы сразу задуплился. Не понял. Меня вообще не продвинули. Вы что, издеваетесь сейчас, что ли? Друзья, они просто вообще ни разику меня не продвинули по этой... По ступенькам. Просто я как был, так и остался на том же месте. Нормально? Да, это называется уже вредительство. Самое настоящее. Армагон, отомсти. Ну с какого фига этот-то тут остался? Давай, давай, уходи в инвиз свой. Все, спрятался. Мы тебя не видим. Алло. А где же тут Майки? Он же только что был здесь. Ой, наверное, убежал. Да, наверное. Спрятался очень хорошо. В инвиз. Убежал он. Так, ну что? Трындец, 48 позиция. Не, ну первый поединок меня вообще, ребята, просто убил. Вообще ни на йоту не сдвинулись. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять. Тут у меня пойдут чисто 80-ники. Таким темпом мы, конечно, с тобой вряд ли сегодня возьмем топчик. Сегодня что за неделя? Сегодня пятница, да, у нас? Да, пятница-развратница. Пятница, суббота рабочая у меня, воскресенье у меня рабочая. А в понедельник у меня как раз выходной. Значит, буст у нас будет. Значит, мы бустанемся. На тебе. Давай-ка я сделаю, наверное, баф. Надо нам вот этого Донателло. Не успел. Майки, молодец, пробил. Так, я, наверное, здесь сделаю хил.
Ну что ты там стоишь? На, теперь будешь лежать. Получи. Все, мы психанули. Психанули и всех их уничтожили. Так, была какая 45-я позиция? Я надеюсь, сейчас будет где-то 35-я, 30-я. А 48-я, ну 35-ю хочу. 36-я, блин. Что-то медленно как-то нас продвигает. Очень, ребята, медленно. Берем Лео, Ваньку. Раз, два, три. И самое удивительное, что откатов-то всего 13 штук. Дели пополам, это получается, ну, где-то 6, да? 6 поединков. 6 поединков всего лишь. Это очень мало. Нам как минимум нужно 10 поединков, чтобы... Это когда мы уже будем находиться с тобой в Лиге Мастеров 3 звезды, чтобы дойти до топчика. Это минимум. А мы еще не дошли. Ну, правда, я еще и не трачил откаты. У меня еще есть, как говорится, порох в пороховницах, да? Кем я могу подраться своими силами. Так что будем этого придерживаться, варианта. Например, вот так и вот так. Нам бы вот как только выходим с тобой на Лигу Мастеров 3 звезды, там уже придется через Шреддера играть. И Шреддер, естественно, и он будет не один. Он там будет не один. И надо будет 2 отката тратить. Причем на постоянку. Ну что там Усаги делает? Красиво. Так, эти будут, да, сейчас? Ну да, маузеры. Бомбану сейчас, наверное, кого-нибудь. Не получилось у них. А у нас получилось. Конечно же, Макман со своим... Со своей турбулентностью выпустил, так сказать. Кстати, вот самое удивительное, что не было Макмана, именно босса, в игре Черепашки-ниндзя месть Шреддера. А хотелось бы там с ним повоевать, да? Так-с, ну что, своими силами уже, наверное, никак не получится. Эх, Шреддер, никак не получится. Придется брать тебя, как говорится, в помощь нашей команде. Погнали. Замечательно. Тут только слэш. Единственное, проказник был. Остальных всех запинали. Ну что, я тебе говорил, да, что придется брать откаты. Даже, наверное, придется докупать. Хотя нет, смотри-ка, в Лиге Мастеров 3 звезды мы добрались. Ну что, давай смотреть, как у нас будет это все получаться. Например, берем Шреддера и... Ну, давай Леонардо. Шреддера и Леонардо, да? Как мы видим, у них практически уже максимальный уровень 79 у всех наших противников. И любая ошибка, оплошность может привести... К тому, что одного из наших бойцов, может быть даже несколько, сможет уничтожить противник. Если будет делать особенно массовые атаки на 79 уровне, плюс их массовая атака, которая прокачана по фулке, наносит колоссальный урон моим непрокачанным персонажам. Поэтому нельзя как бы допускать этого. Почему Супер Шреддер всегда и берется? У него очень большая инициатива. Очень большая инициатива. Так-с, давай возьмем Армагона. Опять же, Шреддеры. Раз, два, три. Кстати, откаты тогда, помню, в прошлой, по-моему, серии, после видосика решил забрать, ребята. Не работала реклама? Не работала. То есть я не мог посмотреть ничего. Соответственно, я не смог получить тех дополнительных 10 откатов. И сегодня тоже вот перед выпуском посмотрел. Там же 5 видосов, по-моему, смотришь. Мне всего лишь дали посмотреть 4. На 5 сказали, все, закончилось, типа. Больше нет возможности у вас смотреть. Блин, не хватит. Не хватит у меня этих откатов. Если, конечно, как-то не схитрить. Ну, давай попробуем через 70-ников сыграть. Офигенный риск, ребята, офигенный риск через 70-ников играть и с одним Шреддером. Опять же, если только постепенно нас выручит.
Так, ну тут надо Дони как-то уничтожать. Я не знаю, как тут лучше сделать. Минус. Ёпарсете. Ну давай возьмем провокацию, фиг с ним. Поехали. Ага. Так, Дони еще защиту берет дополнительную. А если вот так вот? А если, например, копьишком? А если, например, еще вот так? А если мы лучом? Так, давай с разбега хотя бы. На тебе. Да, 3-4 урона. Блин, ну карайка. Все, Шреддер сделает свое дело. Против Шреддера не попрешь. Но зато, смотри, мы один откат с тобой сэкономили. Потому что так бы мне пришлось бы два персонажа брать. А так всего лишь я одного Шреддера взял. Экономим на всем, как говорится. 63-я позиция. Ну что, попробуем, наверное, еще разочек сыграть. Вот эту команду придется взять, наверное. Смотри, берем Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Все, 70-ники закончились. Дальше пошли меньше. Там 67-е, 65-е. То есть, ну, сам понимаешь, там один Шреддер уже не потянет. Как же он бомбит, а? Божественно. Просто. И все. И один за другим только отдупляются. Паутинку. Есть контакт. Паутинка, массовые атаки и все, ребят. И выигрываем. Давай 50 место, ну пожалуйста. О, 51. 7 откатов. Блин, 7 откатов всего, ребят. Ну, блин, ну нет, нет, не получится. Думал, может быть, все-таки рискнуть, но это бесполезняк. 65-й, 60-й уровень против 79-х – это чистой воды смерть. Поэтому придется все-таки так делать. Возможно, мы в топчик сегодня не попадем. Я не буду, ребята, покупать откаты завтра. А что завтра? Завтра я работаю с утра, вечером, если только, наверное, продолжить. Но в любом случае, к понедельнику я буду, ребят, готов. Во все оружие я буду в Лиге Мастеров, топчик, ну, может быть, не топчик, но Лига Мастеров точно у нас будет 3 звезды. Так что по этому поводу переживать особо не стоит. То есть получим награды в полном ее объеме. Раз, два, три. Откатов у нас всего 3 штуки, то есть получается полноценных это один поединок. Да, один поединок по фулке из двух персонажей получится и другой, ну другой как получится, ребят. Пойти с 60-никами есть только на свой страх и риск. И молиться черепашьим богам, чтобы это... прокатил этот. Прокнула у нас, короче, постепенка. Только так. А других вариантов вообще нету. Других вариантов просто нету. Не дают они нам другой возможности. И рад бы вроде бы, да, как бы сделать. И в то же время не получается. Ладно, фиксим. Через Супер Шреддера отыграем. Ну, пускай погибнет там кто-нибудь. Все равно мы... что так мы не будем просто играть. Что так, если мы кого-то потеряем. Так что лучше рискнуть. И с честью, как говорится, проиграть. Чем сидеть, дрожать и думать. А выйдет у нас или не выйдет. Выйдет все. Верь в себя и все будет окей. Ну что там, какая там? 14-я позиция. 17-я. Ну да, тут... тут уже при любом раскладе, ну, не получится. Даже если здесь победителем выйду.
не получится все равно зайти на топчик. Да и фиг с ним. Сегодня же не крайний день, верно, ребят? Сегодня же не понедельник. Как говорится, как в фильме. Доживем до понедельника. Опа, минус. Блин, вот карайку мне... Фью, нормально. Так, надо вот этого ханурика бомбить. Давай плечевого. Да. А если я вот так? Донни Малорик просто кувалдой выбил ему мозги, этому Роквеллу. Отлично. Там буквально чуть-чуть не хватит. Эть, вообще капельку, ребят. Ну, будем говорить, что мы в топчике. Да. Так я обменяю тут лишнее, то как-то не по порядку они там у меня стоят. Все, друзья. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!